Хе-хей, всем привет, вы на канале Царь Ковплей, а это у нас наш Айс, наша хоррор-игра, и сегодня будет небольшая соляночка. Это, собственно говоря, мы будем проходить и дополнение «Двойная неприятность» получается, также дополнение «Крик из прошлого», «Бесконечный режим» тоже попробуем, «Эксперт», но это вот все мы сегодня сейчас будем проходить. Так, давайте, поехали, получается. Так, загрузка, загружено все хорошо. Так, преследуйте тыкву для получения дополнительного денежного бонуса. Это нам надо тыкву преследовать, серьезно? А как нам? А, тут типа в пирожках все. Я-то думал, то, что типа надо прям тыкву прямо преследовать, а на самом деле не совсем ее так и обязательно преследовать. Но ладно, так или иначе, пойдем за ней. Будем смотреть, что она из себя представляет, куда она нас приведет. А, это то есть, подожди, за ней надо следовать из-за того, чтобы вообще бонус получать. А ее может как... Не понял. Ага. Все, понял. Нашел. Так, нам хотя бы надо еще хоть один глаз найти. Множитель монет x2. Окей. Окей, так, ну вот тыкву мы как бы поймали. А где еще одну ловить, я пока что не знаю. Так, а, здесь 4. Ой, подожди, а что я сделал? Так, давай-ка мы выходим. Выходим. Так, давай им поставим на новичка и все, и начнем еще разочек заново. Ничего страшного в этом нету. Так, денежный бонус, хорошо. Хорошо, все, пойдем мы за тыквой. Она в этот раз побежала на второй этаж. На второй этаж в этот раз она побежала. Отлично. Периодически. А где ты? Ага, ну пошли за тобою. Пошли за тобой, куда ты нас приведешь, никто пока не знает. Так. Все, монеты на x2 пошли. Так, давай-ка теперь зайдем вот сюда. Что у нас здесь? Ага, так. А в смысле, типа, подожди, монеты x2, а какие монеты, если здесь пряники? Типа, я один пряник все равно получил. Если я, типа, без нее, то у меня 0,5 пряников. Но хотя нет, если пересмотреть сейчас серию с самого начала, то, типа, нет такого. Так, нам хотя бы надо один глаз. Только где его нам найти? Ага. Спасибо. Так, ты у нас где? Ты у нас подымаешься. Подымаешься, только вопрос куда? Ну, сразу также хочу сказать то, что здесь нету вот этих всяких загадок, в этом здании нет... А подожди, а как мне выйти? В этом здании нет таких вот больших загадок, то что... То что надо какие-то пилы найти, там что-то еще. Что-то где-то открыть, вскрыть. Так, беги. Побежали. Ах ты ж, ёпа мать. Не туда побежал. Побежал не туда, конечно. 5. Нам еще надо хотя бы найти... хотя бы один пряник нам еще надо найти. А подожди, мы также... А, мы в подвал спускаемся. Да, все. Теперь мы в подвале. То мы были на втором этаже, да, теперь мы в подвале. Так, тут везде, конечно, тыквы уже тухленькие лежать. Лежат, стоят. Так, наши крематории. Пусто. Есть. И, ну и все, как бы. Все, на этом мы можем подниматься уже вверх. Обратно. И отсюда как бы выходить. Так, ну-ка, где она? Она у нас... Все понятно, где она. Она же, я надеюсь, не к нам идет. А как раз к нам. Блин. Ну тогда ладно, обойдем сейчас с другой стороны. С другой стороны обойдем. То есть пойдем вот так, прямо, и в конце концов мы выйдем туда, куда
Надо, на другой выход, с другой стороны. Так, тут налево, я так понимаю, да. И мы, получается, вышли и вышли, но куда? А, ну все, вышли, правильно, то есть нам дальше идти. И там у нас вот он, выход, да. Не такая она уж и оказалась страшная, эта игра, хотя страшная, ничего не скажу. Но со временем, когда ты уже начинаешь... Да в смысле опять, алло? Я не пойду, отстань. Я уйду наоборот. Все, вот так. За 3 минуты мы ушли. Монета осталась для разблокировки, да, 10.4, так, хорошо. Больница, сладость и гадость. Так, давай теперь дальше у нас. Это двойная неприятность. Легкий новичок, давай. Удвойте страх, удвойте вызов, будьте максимально осторожны, с Крейси и Чарли одновременно, по крайней мере, двум смертям не бывать. Начинаем с вами играть. Так, получается, школьный звонок оповещает о начале окончания урока, все двери аудитории открываются во время перемен. Ага, вот это плохо. Так, уже есть... Здесь у нас ничего нету, пойдем в класс. Потому что, как бы, ну такое. Потому что в класс они не могут зайти, у них только, получается, идет коллизия по коридорам. Они, то есть, только по коридорам шарятся. В класс они зайти не могут. Кстати, я в прошлых сериях увидал, что вот эти граммофоны. Ну, типа, и типа ничего, да? Типа здесь ничего нету. Типа граммофон и все. Ну граммофон и граммофон, как бы, да? Так, 3. Уже 3, еще надо 3. Давай залетим в класс, посмотрим, что здесь. Так, пианино. И все. Понятно. Как раз звонок, все дверки открыты, хорошо. Так, осталось еще 2. Вот это плохо. Кто-то где-то рядом. Так, один получается... Ну, допустим, что-то я понял из этого. Сюда никто ко мне не поднимается? А, это мы ж наоборот... Не, мы наоборот спустились. Да, мы спустились в подвал, потом, получается, еще какие-то комнаты, то и дело. Давай дальше посмотрим. Это у нас... А мы здесь, кстати, никогда еще вроде не были. Так, все, найти выход надо. Пошли обратной же дорогой. Найдем выход. Так, он здесь вроде, да-да-да. Вопрос, а правда, а где... Не, выход все-таки, наверное, вот тут будет. Насколько я помню, он где-то будет здесь. Он где-то здесь, это я точно помню. Так, это нет. Тоже нет. Так, может быть, где-то тут? Да нет. А где же тогда выход? Тоже нет. Если я сейчас буду искать выход очень долго, это будет очень плохо. Потому что мне надо выход. Тоже нет. Ну ладно, тогда пойдем на другой этаж. Будем искать выход там. Ты, блядь, иди ты нахуй отсюда, вас, сука. Ебать, ты меня напугала. Иди нахер, блядь. Иди, блядь, отсюда, дурная, блядь, а? Пиздец. Я чуть, блядь, не откинулся. Охренеть, вот это да, конечно. А, так, все, выход у нас, по-моему, должен быть, что ли, тут тогда. Это у нас библиотека, это я точно помню. Так.
Выход где-то прямо вот на такой... А, вот он выход. Все. За 3.40 мы опять сделали. Так, лучшее время. Школа обычная, сложность новичок, двойная неприятность. Хорошо. В принципе, мы увидали то, что есть две камеры. Получается, один такой. Но мы только увидали Крейси, его мы не увидали. Давай дальше. Что у нас? Дополнение «Крик из прошлого». Испытайте ужас в старомодном пиксельном режиме. Меньше пикселей, больше беспокойства. Не понял, какой пиксельный режим, алё? Собирайте, используйте ложа, чтобы... Ну, это я знаю. Да... Ух! Ну, типа... Ну, типа, блядь, тут вообще нихера не видно, алё? Типа, нет сразу. Это сразу какая-то ГГ. А, бесконечный режим? Что у нас за бесконечный режим? Давайте посмотрим. Что у нас за бесконечный режим? Собирайте сырое мясо, а затем бросайте его, чтобы отвлечь Джека. А, дружка. Дружка Джека. Так, а, ну типа здесь до бесконечности. Прям вот до бесконечности, что ли? Ну, прям типа прям вот до бесконечности. Он где-то здесь? Или что? А, мясо у нас вот на... А монеты есть? Монет есть? Монетов нет, что ли? Ну, а типа как? Я что-то пока ничего не понимаю. Ну, типа... А, монета. И чё? Так, а это у нас... Так, это у нас... Чё? Это у нас вторая, да, получается? Так, еще одни монетки. Да, блин. Вот все хорошо. Так, так, так. Ну вот, типа мясо. Где Джек? Ой, Джек, дружок, Джек. Почему Джек? Я не знаю, почему Джек, но почему-то у меня Джек. Так, это... А, не, это не мясо, это... А, это... Деньга. Конечно же. Дружок, ты где? Мне же надо хотя бы где-то глаз найти. Опа, блин. Иди. Сука, падла. Ну, это все, в принципе, понятно. Тут вот как бы, да, бесконечный режим. Типа, так, все, главное меню. А дальше у нас что есть? Эксперт. Ну-ка, что у нас эксперт? А, тут полное погружение, бесконечный, сдаться, больница, дружок, песочница. Короче, все с этим ясно. Так что на этом давайте будем заканчивать. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии, делать подписочку на канал. И также, кто хочет помочь развитию канала, ссылочка на донат в описании этого и любого другого ролика. Все, всем пока.